Всех приветствую, это канал школы вязания «Наша пряжа». В сегодняшнем видео мы свяжем образец вот такого красивого ажурного узора спицами. Узоры из японских журналов. Это его лицевая сторона, вот изнанка узора. Итак, узор можно использовать, ну, в первую очередь для кофточек. Очень красиво будет кофточки выглядеть этим узором. Можно для весенних беретов. Несмотря на ажур, весенние береты этим узором тоже будут красиво выглядеть. Вот схема вязания данного узора. И мы сегодня свяжем один раппорт. То есть вот такую часть узора спицами. Так, на спицах у меня 22 петельки. Из них 18 раппорт, 2 петли после раппорта и 2 кромочных петли. Итак, первый ряд у нас будет с лицевой стороны. Кромочную петлю я снимаю. Так, вяжу 2 изнаночные петельки, делаю накид, лицевая петля, затем 2 изнаночные, 2 лицевые, выполняю убавление с уклоном вправо, слева направо 2 петли, провязываю вместе лицевой петлей. Так, дальше 2 изнаночных. И убавление должно быть с уклоном уже влево. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой и снятую перебрасываю через провязанную петлю. Так, дальше 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая и накид. Смотрите, вот эти 18 петель, кроме кромочной, это у нас раппорт узора. Дальше вы начинаете вот с 2 изнаночных и так дальше. Повторяете вот этот раппорт на 18 петлях. В конце остаются петли симметрии. Они у нас вяжутся как 2 изнаночные. И 3 кромочная петля. Всегда в конце ряда она вяжется изнаночной петлей. Вот это у нас первый ряд. Поворачиваем вязание. С изнаночной стороны петли выполняем по рисунку. Накиды провязываем изнаночными петлями. Так, второй ряд снимаю кромочную петлю, вяжу 2 лицевые, 2 изнаночные, вот раз и 2. Дальше 2 лицевые, 3 изнаночные, раз изнаночные, 2 и 3. 2 лицевые, это центральные петельки нашего узора, 3 изнаночные, 2 лицевые. И 2 изнаночные. Так, вот эти 18 петель, это один раппорт. Повторяйте до последних 3 петель. Заканчиваем 2 лицевые, это петельки симметрии, и кромочную вяжу изнаночной петлей. Вот готовый второй ряд. Так, поворачиваем вязание. Третий ряд у нас с лицевой стороны. Кромочную петлю снимаем. Раппорт начать с 2 изнаночных. Так, дальше 1 лицевая, накид делаю, вяжу еще 1 лицевую, затем 2 изнаночные, 1 лицевая и убавление с уклоном вправо. Слева направо 2 петельки провязываются вместе лицевой петлей. Центральные 2 петли у меня это 2 изнаночные, с другой стороны убавление с уклоном влево. Первую снимаю. Вторую провязываю лицевой и снятую перебрасываю через провязанную петлю. Дальше лицевая, 2 изнаночных, лицевая, накид и лицевая. Вот эти 18 петель, это раппорт узора. Заканчиваем, у нас 3 петельки в конце всегда. Это 2 изнаночных и кромочную, тоже изнаночной петлей. Готовый третий ряд. Повернуть вязание. Четвертый ряд с изнаночной стороны, петли снова по рисунку. Так, снимаю петлю, вяжу 2 лицевые, дальше 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, снова 2 изнаночные, 2 лицевые и 3 изнаночные. 1, 2, 3. Так, это наш раппорт узора. В конце петли симметрии 2 лицевые, кромочные вяжем изнаночной петлей. Готовый четвертый ряд с изнаночной стороны.
повернуть. Так, выполняем пятый ряд с лицевой стороны, кромочную петлю снимаем. Так, раппорт начать из двух изнаночных, дальше 2 лицевые, накид, лицевая, 2 изнаночные и убавление с уклоном вправо. Слева направо 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Центральные 2 петли это 2 изнаночные, за ними убавление с уклоном влево. Снять петлю, 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Дальше 2 изнаночные, лицевая, накид и 2 лицевые. Так, вот эти 18 петель это раппорт узора. После последнего раппорта вы вяжете 2 изнаночные петли симметрии и кромочную тоже изнаночной петлей. Это все у нас был пятый ряд. Работу поворачиваем, шестой ряд. Первую петлю снимаем. Так, петли по рисунку. 2 лицевые, 4 изнаночных. 1 изнаночная, 2, 3 и 4. Дальше 2 лицевые, 1 изнаночная. Центральные 2 лицевые, снова 1 изнаночная. 2 лицевые и 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Вот эти 18 петель мы повторяем до последних 3 петель. Петли симметрии это 2 лицевые. Кромочную петлю вяжем и изнаночной петлей. Вот так вот. Так, работу поворачиваем. Седьмой ряд с лицевой стороны. Так, кромочную петлю снимаем. Раппорт начинаем. 2 изнаночные. Затем лицевые. 1, 2, 3 лицевые. Накид и лицевая. 1 изнаночная и убавление с уклоном вправо. То есть 2 изнаночная у нас идет к убавлению. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Дальше 2 изнаночные, с другой стороны 2 вместе лицевой с уклоном влево. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой и снятую перебрасываем через провязанную петлю. 1 изнаночная, 1 лицевая, делаю накид и 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот эти 18 петелек это один раппорт узора. Мы их повторяем до последних 3 петель. Заканчиваем как 2 изнаночные и кромочную тоже изнаночной петлей. Готовый 7 у нас ряд. Так, повернуть вязание. 8 ряд с изнаночной стороны. Кромочную петлю снимаем. Петли по рисунку. 2 лицевые. Так, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 центральные лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая и 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4 и 5. Так, вот эти 18 петель без кромочной петли это один раппорт узора. Заканчиваем 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной петлей. Готовый 8 ряд. Так, далее работу поворачиваем. Девятый ряд с лицевой стороны. Кромочную петлю я снимаю. Так, раппорт начинаем. 2 изнаночные. Так, теперь у нас 4 лицевые. 1 лицевая, 2, 3, 4. Делаю накид, лицевая. Затем 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 2 изнаночные. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Снять петлю, 1 лицевая. Накинуть снятую петлю на провязанную. Дальше лицевая, накид. И вот 1, 2, 3, 4 лицевые. Так, вот эти 18 петель, раппорт наш узора. Повторяйте до последних 3 петель. Заканчиваем как 2 изнаночные, кромочные тоже вяжем изнаночной петлей. Работу поворачиваем. Теперь 10 ряд с изнаночной стороны. Петли вроде бы тоже как вяжутся по рисунку, но здесь накиды будут лицевыми петлями. Не изнаночными, как раньше, а лицевыми. На это обратите внимание. Так, снимаю первую петельку. Вяжу 2 лицевые, 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Накид предыдущего ряда провязываю лицевой,
затем 2 изнаночные. Центральные 2 петельки провязываю как 2 лицевые, дальше 2 изнаночные, накид предыдущего ряда лицевой и 4 изнаночных. 3, 4. Так, последние 18 петель, раппорт узора. Повторяйте до последних 3 петель. Заканчиваем 2 лицевые петельки симметрии и кромочную вяжем изнаночной петлей. Так, это у нас 10 ряд. Работу повернуть. В 11 ряду мы будем выполнять вот здесь перекрещение. И для перекрещения мне потребуется вот такая дополнительная спица. Так, кромочную петлю я снимаю. Раппорт начинаю из 2 изнаночных петель. Так, затем перекрещение 2 на 2 с уклоном влево на дополнительную спицу. Я снимаю 2 петли. Оставляю эти петли перед вязанием. С левой спицы я вяжу 2 лицевые петельки. Затем перехожу к дополнительной спице. И прямо с дополнительной спицы тоже вот эти отложенные петельки провязываю как 2 лицевые. Это у меня перекрещение 2 на 2 с уклоном влево. Дальше вяжем 1 изнаночная. Делаю накид. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо 2 петельки провязываем вместе лицевой. Центральные 2 петли вяжем как 2 изнаночные. С другой стороны убавление с уклоном влево. Снять петлю, а 1 лицевая. Накинуть снятую петлю на провязанную. Делаем накид. Вяжу 1 изнаночная. И вот 4 лицевые. Здесь перекрещение 2 на 2, но уже с уклоном вправо. Теперь на дополнительную спицу за работой я снимаю вот эти 2 петли. Вот сзади у меня они остаются за вязанием. С левой спицы вяжу 2 лицевые петли. Затем перехожу к петлям, отложенным на дополнительную спицу. И их провязываю тоже как 2 лицевые петли. Это перекрещение 2 на 2 с уклоном вправо. Так, и последние 18 петель – это полноценный раппорт узора. Заканчиваем как 2 изнаночные и кромочные тоже изнаночной петлей. Это у меня все был 11 ряд. В 12 ряду с изнаночной стороны накиды мы снова провязываем лицевыми. Будьте внимательны. Кромочную петлю снимаем. Вяжу 2 лицевые, 4 изнаночных. Раз, 2, 3, 4. 2 лицевые, раз, и накид это вторая. 1 изнаночная, центральные 2 лицевые, 1 изнаночная, накид предыдущего ряда лицевая, следующая лицевая, то есть 2 лицевые, 4 изнаночных. Раз, 2, 3 и 4. Последние 18 петель это полноценный раппорт узора. Заканчиваем как 2 лицевые, кромочные вяжем изнаночной петлей. Это у нас был 12 ряд. Вот как все сейчас выглядит с лицевой стороны. Так, 13 ряд петли провязываем просто по рисунку. Кромочную петлю снимаем. Раппорт у меня 2 изнаночных. Затем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Вот последние 18 петель это один раппорт узора. Заканчиваем 2 изнаночные и кромочные тоже изнаночной петлей. Вот так. 13 был ряд. 14 ряд с изнаночной стороны тоже петли по рисунку. Кромочную петлю снимаем. 2 лицевые, 4 изнаночные. 1, 2, 3 и 4. Дальше 2 лицевые, 1 изнаночная. 2 лицевые, 1 изнаночная. 2 лицевые и 4 изнаночных. 1, 2, 3 и 4. Последние 18 петель раппорт узора. Заканчиваем как 2 лицевые, кромочные вяжем изнаночной петлей. Так, это у меня был 14 ряд.
Так, в 15 ряду у нас снова будут вот эти перекрещения. Так, значит, это лицевая сторона. Кромочную петлю я снимаю. Раппорт начинаю из двух изнаночных петель. Так, над четырьмя лицевыми петлями делаю перекрещение с уклоном влево. На дополнительную спицу снять 2 петли, оставить перед вязанием. С левой спицы вяжем 2 лицевые петельки. И если вам неудобно вязать с дополнительной спицы, вы можете эти петли просто вернуть обратно на левую спицу и прямо с левой спицы провязать как 2 лицевые. Получится тоже перекрещение 2 на 2 с уклоном влево. Так, дальше 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая и 2 изнаночные. С другой стороны перекрещение такое же с уклоном вправо. На дополнительную спицу я снимаю 2 петли, оставляю их за вязанием, сзади. С левой спицы вяжу 2 лицевые. Теперь петельки с дополнительной мы тоже можем вернуть просто обратно на левую спицу и провязать их как 2 лицевые. Так, вот эти 18 петель, раппорт узора, заканчиваем, 3 петли у нас в конце, это симметрия, 2 петельки, 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночной петлей. Так, это все у нас был 15 ряд, работа повернуть. 16 ряд с изнаночной стороны. Кромочную петлю снимаем. Так, вяжу 2 лицевые, 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 2 лицевые, 1 изнаночная. 2 лицевые, 1 изнаночная. 2 лицевые и 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Вот последние 18 петель раппорт узора. В конце у нас 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной петлей. Вот так. Повернуть вязание. Так, смотрите, у нас провязано сейчас, получается, 16 рядов. То есть половинка. Дальше мы весь узор, вот наш какой узор, смещаем по симметрии. То есть убавки у нас будут уже в начале, а по центру расходиться будут вправо и влево накиды. Значит, у меня 17 ряд. Кромочную петлю снимаем. Раппорт начинаю из 2 изнаночных петель. Далее убавление с уклоном влево. Первую петлю снять. Вторую провязываем лицевой. Снятую перебрасываем через провязанную петлю. 2 лицевые. 2 изнаночные. 1 лицевая, делаю накид, вяжу 2 изнаночные, накид, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые и убавление с уклоном вправо. Слева направо 2 петли провязываем вместе лицевой. Последние 18 петель раппорт узора. Так, мы повторяем до последних 3 петель, заканчиваем 2 изнаночные и кромочные тоже изнаночной петлей. Так, работу повернуть. 18 ряд у нас с изнаночной стороны. Кромочную петлю снимаем. Раппорт начать. 2 лицевые, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Дальше 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 3 изнаночные. 1, 2 и 3. Так, вот эти 18 петель, кроме кромки, это раппорт узора. Заканчиваем 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной петлей. Есть 18 ряд. Работу повернуть. Так, вяжу 19 ряд с лицевой стороны. Кромочную петлю снимаем. Раппорт у меня 2 изнаночные. Затем убавление с уклоном влево. Первую петлю снять. Вторую провязать лицевой. Снятую перебрасываем через провязанную петлю. Дальше 1 лицевая. 2 изнаночные. Еще 1 лицевая. Делаю накид и лицевая. Так, центральные 2 петли это 2 изнаночные, с другой стороны лицевая, накид,
лицевая, 2 изнаночные, лицевая и убавление с уклоном вправо. Слева направо 2 петли, провязываем вместе лицевой петлей. Так, вот эти 18 петель это раппорт. Заканчиваем в конце. У нас 2 изнаночные и кромочную тоже вяжем изнаночной петлей. Это все 19 ряд. Работу повернуть. Так, 20 ряд. С изнаночной стороны кромочную петлю снимаем. Петли вяжем по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые. Затем 3 изнаночных, 1, 2 и 3. Центральные 2 петли лицевые, с другой стороны 3 изнаночных, 2 лицевые и 2 изнаночных. Это все раппорт узора. Повторяйте 18 петель до последних 3 петель. Заканчиваем 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной петлей. Так, это все у нас 20 ряд. Повернуть вязание. С лицевой стороны 21 ряд. Кромочную петлю снимаю. Вяжем 2 изнаночные. Убавление с уклоном влево. Первую петлю снять. Вторую провязываем лицевой. Снятую перебрасываем через провязанную петлю. Дальше 2 изнаночных. 1 лицевая. Делаю накид. И еще 2 лицевые. Так, дальше 2 изнаночные, с другой стороны 2 лицевые, накид, лицевая, 2 изнаночных и убавление с уклоном вправо. Слева направо 2 вместе лицевой. 18 петель повторяем до последних 3. Заканчиваем как 2 изнаночных петли симметрии и кромочную тоже изнаночной петлей. Так, вот такой у нас 21 ряд. Повернуть вязание. 22 ряд с изнаночной стороны. Кромочную петлю снимаем. Вяжу 2 лицевые, затем 1 изнаночная. 2 лицевые и 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Центральные 2 лицевые, с другой стороны 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 2 лицевые и 1 изнаночная. Вот эти 18 петель раппорт узора закончить как 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной петлей. Это у нас был 22 ряд. Так, работу поворачиваем. 23 ряд с лицевой стороны. Кромку снять. Вяжу 2 изнаночные. Убавление с уклоном влево. Снять петлю. 1 лицевая. Накинуть снятую петлю на провязанную. 1 изнаночная, 1 лицевая, делаю накид и 3 лицевые. 1, 2, 3. Дальше центральные 2 петли это 2 изнаночные. С другой стороны 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, лицевая, 1 изнаночная и убавление с уклоном вправо. Слева направо 2 вместе лицевой. Так, вот это все раппорт узора. Повторяем до последних 3 петель. Заканчиваем 2 изнаночных петли симметрии и кромочной тоже изнаночной петлей. Это все 23 ряд. Работу повернуть. 24 ряд с изнаночной стороны. Кромочную петлю снимаем. Так, начинаю 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая и 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 2 лицевые, 5 изнаночных снова. 1, 2, 3, 4, 5. 1 лицевая и 1 изнаночная. Вот эти 18 петель раппорт узора. Заканчиваем 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной петлей. Это у меня 24 ряд. Повернуть вязание. 25 ряд. Снять кромочную петлю. Раппорт начать из 2 изнаночных. Затем убавление с уклоном влево. Первую петлю снять, вторую провязываем лицевой, снятую перебрасываю через провязанную петлю. Так, 1 лицевая, накид, 1, 2, 3, 4 лицевые, затем 2 изнаночных, 4 лицевые с другой стороны, 1, 2, 3, 4. Накид делаю, лицевая и убавление с уклоном вправо. Слева направо 2 вместе лицевой.
Данные 18 петель, кроме кромочной, это раппорт узора. Заканчиваем 2 изнаночных петли симметрии и кромочную тоже изнаночной петлей. Это был 25 ряд. Работу повернуть. В 26 ряду накиды мы выполняем лицевыми петлями. Будьте внимательны. Так, снимаю первую петельку. Вяжу 2 лицевые. Затем 2 изнаночные. Раз, два. Накид предыдущего ряда провязываю лицевой и 4 изнаночных. Раз, два, три, четыре. Центральные 2 петли, как 2 лицевые. С другой стороны 4 изнаночных. 3, 4. Накид предыдущего ряда провязан лицевой, 2 изнаночных. Так, вот данные 18 петель раппорт узора заканчиваем как 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной петлей. Готовый 26 ряд. Так, работу повернуть. В 27 ряду у нас вот здесь будут косы, перекрещения, как были вот здесь, теперь у нас они будут по центру. Так, это 27 ряд с лицевой стороны, кромочную петлю снять. Вяжу раппорт 2 изнаночные, затем убавление мы еще делаем, убавление с уклоном влево. Снять петлю, 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Делаю накид, 1 изнаночная. Так, следующие 4 лицевые петельки. Здесь перекрещение должно быть с уклоном вправо. На дополнительную спицу я снимаю следующие 2 петли и оставляю их за работой. Сзади. С левой спицы вяжу 2 лицевые, затем петли вернуть обратно, вот так на левую спицу, и провязать их тоже как 2 лицевые. Это перекрещение 2 на 2 с уклоном вправо. Центральные 2 петли вяжем как 2 изнаночные и с другой стороны делаем перекрещение с уклоном влево. На дополнительную спицу снять 2 петли и оставить их уже перед вязанием. С левой спицы вяжу 2 лицевые, затем вернуть петли обратно с дополнительной спицы на левую и тоже их провязать как 2 лицевые. Вот перекрещение с уклоном влево. Так, дальше заканчиваем изнаночная, делаю накид и убавление с уклоном вправо. Слева направо 2 вместе лицевой. Последние 18 петель, вот без кромки, это раппорт узора. Повторяем их до последних 3 петель. Заканчиваем как 2 изнаночные, кромочную тоже изнаночной петлей. Это все у нас 27 ряд. Так, работу поворачиваем. В 28 ряду мы накиды выполняем как лицевую петельку снова. Итак, кромочную петлю снять. Вяжу 2 лицевые, 1 изнаночная. Накид предыдущего ряда это лицевая, следующая лицевая. Так, дальше 1 изнаночная, 2, 3, 4. Над косичкой 4 изнаночных. Центральные 2 лицевые. С другой стороны снова 4 изнаночных над второй косой. Это 3, 4. 2 лицевые, где накид лицевой и 1 изнаночная. Последние 18 петель раппорт узора. Заканчиваем 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной петлей. Так, это был 28 ряд. Работу повернуть. 29 ряд с лицевой стороны петли выполняется просто по рисунку. Снять кромочную петлю, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных, с другой стороны 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных и 1 лицевая. Последние 18 петель раппорт узора. Заканчиваем как 2 изнаночных, кромочную тоже изнаночной петлей. Итак, это 29 ряд с лицевой стороны. Поворачиваем вязание. 30 ряд у нас с изнаночной стороны петли выполняем по рисунку. Снять кромочную петлю, вяжу 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4. Дальше 2 лицевые, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4.
Так, 2 лицевые, 1 изнаночная. Вот эти 18 петель раппорт узора закончить как 2 лицевые и кромку вяжем изнаночной петлей. Так, это все у нас был 30 ряд. Работу повернуть. В 31 ряду снова вот эти косички мы вот здесь выполняем. Так, с лицевой стороны 31 ряд кромочную петлю снимаем. Вяжу 2 изнаночные. Дальше лицевая. 2 изнаночные, и над вот этими 4 лицевыми делаю тоже перекрещение, перекрещение с уклоном вправо. Итак, на дополнительную спицу мы снимаем за работой 2 петельки. Так, раз, два. За работой их оставили. С левой спицы я вяжу 2 лицевые, затем 2 с дополнительной спицы вернуть обратно на левую спицу и провязать их тоже как 2 лицевые. Перекрещение 2 на 2 с уклоном вправо. Дальше 2 изнаночные и перекрещение 2 на 2 с уклоном уже влево. На дополнительную спицу снимаем 2 петли и оставляем их теперь перед вязанием. С левой спицы вяжу 2 лицевые. Затем 2 петельки вернуть обратно на дополнительную спицу и провязываем их как 2 лицевые. Перекрещение 2 на 2 с уклоном влево. Довязываю 2 изнаночные, лицевая. Эти 18 петель это раппорт узора. В конце у нас после раппорта еще 2 изнаночные и кромочную вяжем тоже изнаночной петлей. Так, это все 31 ряд. Работу поворачиваем, 32 ряд, петельки вяжутся по рисунку. Кромочную петлю снимаем, 2 лицевые, затем 1 изнаночная, 2 лицевые, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4. 2 лицевые, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4. 2 лицевые, 1 изнаночная. Так, вот эти 18 петель это раппорт узора. Заканчиваем 2 лицевые, кромочную петлю вяжем изнаночной петлей. Так, вот эти 32 ряда это полный вертикальный раппорт узора. Видите, косичка с этой стороны и косичка по центру. Вот. Дальше мы работу начинаем с первого ряда. Так, и вот поближе, что в итоге мы получим. Вот такой красивый ажурный узор спицами. Всем спасибо, с вами была Катерина Мушин, это канал Школы вязания «Наша пряжа». До новых встреч!